Здравствуйте, вы смотрите новости на Первом Карагандинском. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях города. В Караганде назначен новый заместитель акима города. Теперь за вопросы промышленности, агропромышленного комплекса и экологии будет отвечать Ерикбек Агатанов. Ему 31 год, уроженец Восточно-Казахстанской области. Имеет 2 высших образования по квалификации специалист в области международных отношений и менеджмента. До назначения работал руководителем городского отдела предпринимательства. В Караганде в связи с ремонтом дорог перекрыли еще несколько центральных улиц. С сегодняшнего дня не проехать по Ермекова от Налоговой до путепровода. Перекрыта улица Приканальная от Строителей до Университетской. Закрыты дороги будут до конца сентября. Депутаты сегодня проверили готовность объектов соцкульбыта к отопительному сезону. Сегодня народные избранники побывали в школах Дворца культуры Караганды. Ирина Камышова продолжит. Самый надежный. Это подвал в ДК «Молодежный», что в Пришахтинске. В этом году здесь установили новый котел. Приобретение сравнительно недорогое, всего 2 миллиона тенге, и не самое современное. Но, как говорят депутаты, надежное. Теперь проблем в зимнее время у Дворца культуры не будет. А ведь раньше, в особую стужу, температура, к примеру, в актовом зале не поднималась выше 5 градусов. К слову, в самом зале установили новые батареи, а обычные двери заменили на пластиковые. Отметим, что в ближайшие годы по завершению модернизации тепломагистрали М8 объект переведут на централизованное отопление. Кроме того, в ДК отремонтировали кровлю впервые за много лет. На все про все Пришахтинскому дворцу культуры выделили из бюджета 22 миллиона тенге. Зимой в зрительном зале это было плюс 5, плюс 7. Мы все время ставили электрические калориферы, чтобы обогреть перед мероприятием зал. Это доставляло большие неудобства в нашей работе, но теперь эта проблема решена. У нас стекла кровля, у нас была большая проблема с тем, что второй этаж у нас во многих залах мы не могли заниматься из-за этого. Теперь эта проблема решена. Заодно депутатам показали текущий ремонт внутренних помещений. Его в ДК провели за собственные средства. На сегодняшний день здесь свой досуг проводят больше 1000 детей. Похвалились и обновкой новой звукозаписывающей студии. Здесь мы планируем открыть профессиональную студию звукозаписи, о чем мы мечтали много лет. То есть мы теперь можем конкурировать с областным концертным объединением Калибайжана. То есть здесь у нас есть уже человек, который заинтересован. Мы приобрели необходимую аппаратуру. И 20 сентября мы планируем открыть студию звукозаписи. К зиме объект готов на 100%. В этом убедились народные избранники. Необходимы еще дополнительные бюджетные средства. Это и отделочные работы, и отопительные вопросы, есть, и вентиляция еще есть, вентиляционная система, необходимо восстанавливать это. Я думаю, при рассмотрении бюджета 2014 года все пожелания непосредственно будут включены в программу, и депутатская группа уже определит непосредственно, какие виды работ включить. А это уже ДК нового Майкудука. К отопительному сезону они готовы давно. Сделали опрессовку, установили новые измерители давления и приборы учета. На температуру в холодное время года здесь не жалуются. Проблема одна – платить иногда нечем за коммунальные услуги. В этом году дворцу урезали бюджет. А еще давно требует внимания фасад здания. Он в неприглядном состоянии. В план выездной комиссии Маслихата также вошли ДК железнодорожников сортировки, а также несколько школ города. Объект образования у нас до 1 сентября все получили акт 100% готовности. Это касается школы, интернаты, детские сады. Что касается объектов соцкультбыта, бюджетные организации, они тоже получили все акты 100% готовности. Только там, где проводят сейчас еще ремонт, те не получили акты. Но они получат эти акты по происшествии, по окончанию ремонта. Итоги подведут уже на следующей неделе на совместном заседании постоянных комиссий городского маслихата. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Первый Карагандинский. В День семьи в регионе родилось около 75 маленьких казахстанцев самых разных национальностей. В Карагандинском областном перинатальном центре 8 сентября появилась на свет двойня. В этот день всех новорожденных и их счастливых мам поздравил аким области Бауржан Абдишев. Первое празднование Дня семьи как государственного торжества отметилось в Караганде появлением двойни. Президенты, впервые мы официально его праздновали. И отрадно, что у вас сегодня вот двойня. Мальчики, девочки, две девочки. Как назвали? Анастасия и София. Анастасия и София. Вот детишкам. И большой спасибо подарочек. Вам большое.
Бауржан Абдишев попросил передать Анастасии и Софии привет, когда они проснутся. Еще одна девочка и мальчик появились в этот день. Мамы здоровые, дети тоже. Сегодня современная медицинская техника позволяет выхаживать детей даже с полукилограммовым весом, а тут настоящие богатыри. Я считаю, что чем больше у нас будет в области таких патронатных семей, чем больше детей мы будем, те семьи, которые имеют возможности, будут забирать с детдомов свои семьи, чтобы они были, жили в семье, я думаю, таким вот большим делом мы в перспективе можем добиться вообще, можно сказать, минимизации, наверное, вообще, я считаю, обнуления института детдома, института сиротства. К сожалению, у нас в области насчитывается более 4000 детей-сирот, но на сегодняшний день 2000 приняты в патронатные семьи для воспитания. Это отрадно. Одну из таких семей посетил Бауржан Абдишев. Глава семьи Искаковых Дархан и супруга Кымбат готовились к визиту с главы региона. В семье четверо детей, трое из них свои, четверо приемные. Но кто сможет разделить на своих и чужих? Все родные, всем хватит места за одним столом. И таких непростых гостей не стыдно угостить. Гости, конечно, пришли не с пустыми руками. Подарили телевизор. Семеро детей и в семье Галицких. Здесь растет династия медицинских работников. Отец семейства Франц Иосифович – врач-мехкохирург. По его стопам пошли два сына и старшая дочь. Остальные дети учатся в гимназии. За столом всегда весело. Младшим палец в рот не клади. Мне телефон оставьте. А что, аким области пришлось номер телефона оставить младшему Галицкому. Мы же наблюдаем, все-таки смотрим масс-медиа и так далее, видим, что происходит за границей, за рубежом, как вообще меняются ценности человеческие, то есть уже даже не говорят «мама», «папа», есть партнер один, партнер два, там, да, или какие-то. Все равно семья, это здоровая семья, я думаю, это здоровое общество всегда, где есть все-таки видно любовь, прощение. Бауржан Абдишев поздравил Галицких с Днем семьи и, конечно, преподнес подарок. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Массовые гуляния, посвященные Дню семьи, прошли в Центральном парке. В этот день здесь проходили фестивали и конкурсы, где центром внимания стали семейные отношения, а этнокультурные центры организовали фольклорные выступления своих ансамблей. Поучаствовать в гуляниях пришли сотни карагандинцев. Для горожан был организован концерт и викторины. Хорошее настроение поддерживали звучащие со сцены национальные песни и народные танцы. Крепкая семья – это крепкое государство. Мы семьями всегда отдыхаем на любой праздник. Считается у вас. Мы очень хорошо относимся. Почаще бы такие праздники были. На День семьи поздравляю всех карагандинцев. С Днем семьи. Желаю счастья, семейного благополучия, любви, любви, любви. 25 карагандинских молодых семей приняли участие в мероприятии, посвященном Дню семьи. Центр по работе с молодежью организовал необычные соревнования. Молодым парам были предложены несколько заданий. Супругам пришлось и попрыгать, и побегать, и решать интеллектуальные задачи. Основная цель мероприятия – сблизить семейные пары, укрепить их отношения и дать им возможность почувствовать себя одной командой. Организаторы рассказывают, что на сегодняшний день молодые семьи слишком мало времени уделяют своим взаимоотношениям. По окончанию соревнований активных участников ожидали приятные сюрпризы. Организовали городскую акцию, которая называется «Мы – молодая семья». В рамках программы акции принимают участие 25 молодых семейных пар, которые представляют на различные предприятия города, государственные учреждения, коммерческие банки и высшие учебные заведения. Основная цель данной акции – это организовать активный доступ семейной пары, непосредственно этого усилить консолидацию семейного согласия. Кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами.
концертном зале «Шалкыма» прошел фестиваль, посвященный Дню семьи. Здесь собрались пары, которые прожили не один десяток лет, также молодые пары, которые только начинают свою совместную жизнь. Зал полон, хотя люди пришли не на концерт известных исполнителей. Всех привлекает тайна счастливой и долгой семейной жизни. Главными виновниками торжества у нас семьи, которые прожили в браке 40-50 лет, многодетные семьи, молодые семьи. Это мероприятие проходит в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики. И мы хотели подарить атмосферу теплоты, доброты всем, кто пришел на данное мероприятие. Под аплодисменты на сцену поднимаются старожилы города, семейные пары, которые строили шахтерскую столицу, которые нашли здесь свое семейное счастье. Мы первые помощники в воспитании своих внуков. И мне хочется, чтобы молодые пары, те чувства, которые их соединили, надолго оставались вместе. И чтобы их дом был полон радости и полного счастья. И жили они с вниманием, с добром, с благополучием и достатком. Своей мудростью они делились с молодыми семьями. Жизнь прожить не поле перейти. Не каждому, к сожалению, давно найти свою половину, разделить с ней жизнь со всеми радостями и печалями. Поэтому так интересны и поучительны были истории, рассказанные со сцены. Потому что жизнь этих великолепных семейных пар стала историей развития нашего региона. А вот жители Юго-Востока на днях организовали у себя праздник двора. Он прошел в рамках фестиваля «Двор, в котором я живу». Шоу-программа состоялась в микрорайоне Степной-4. Мероприятие подготовлено силами стадиона «Шахтер» и двором-клубом «Чингис». Прямо на дворовой площадке были проведены эстафеты, игры для детей, конкурсы для родителей, праздничный концерт. Фестиваль «Двор, в котором я живу» проводится уже 5-й год. Он образован в целях пропаганды здорового образа жизни и семейных ценностей. Нужно отметить, что дом номер 1 в Степном-4 празднует свой юбилей. По этому случаю состоялось награждение благодарственными письмами почетных жителей двора. А для детей был накрыт сладкий стол. В этом году у нас так совпало, этот праздник имеет не просто как ежегодный фестиваль. Нашему двору в этом году исполняется 25 лет, это юбилей. Вот этот праздник посвящен именно этому юбилею. Я первый раз на этом празднике, мне очень понравился этот концерт. Здесь такие танцы, очень красивые песни, и мне очень все нравится. День семьи семейными подарками. Лотерею разыграл детский магазин «Яркий май». Призы солидные, планшеты, ноутбук. Кому повезло в этот день, расскажет Амина Смакова. Сотни людей в минувшие выходные собрал детский магазин «Яркий май». И дети, и взрослые в предвкушении, кто получит ценные призы. В день семьи «Яркий май» разыграл 6 планшетов и ноутбук. У нас сегодня проходила лотерея, разыгрывался один ноутбук и 6 планшетов. Эта акция была сделана для деток, которых собирали в школу. Эта акция называлась у нас «Школа». Вот. Для этого нужно было купить на 10 тысяч товар, получить клубную карту, и мы выдавали лотерейный билет. К лотерее «Яркий май» подошел с креативом. Оригинальная концертная программа с танцами, песнями, конкурсами и ростовыми куклами. Все это организаторы подарили своим маленьким и большим покупателям. Тем временем в барабане решала судьба призов. Момент ожидания, и вот определились 7 счастливчиков. Планшет я выиграла. А что ты сейчас чувствуешь? Ты радостная такая? Радость, да. А скажи, пожалуйста, ты вообще любишь магазин «Яркий май»? Да. А что тебе здесь нравится покупать? Покупать, ну, игрушки. Завтра у моей дочери день рождения, я ей подарю. Мне нравится магазин «Яркий май». Мы здесь купили сестренке автокресло и выиграла планшет. Ну, я рада. Подарю планшет племяннице, чтобы она лучше училась. Мне очень нравится этот магазин «Яркий май». Я тут выиграл планшет. А вот обладателем главного приза стала 9-летняя Ельдана Маудашева. Маленькой карагандинке достался ноутбук от детского магазина «Яркий май». Причем выиграла она его весьма необычным образом. Ее вызвали покрутить барабан. Она покрутила и получилось, что вытащила именно наш лотерейный билет. Я люблю магазин «Яркий май». Я покупала там вещи и сегодня выиграла ноутбук.
Магазину детских товаров «Яркимай» всего месяц, но за этот период он уже успел завоевать любовь детей и доверие взрослых. Добавим, что в этот день никто из ребят не ушел с пустыми руками. «Яркимай» подарил малышам фломастеры, карандаши, альбомы и краски. Прочие родители смогли докупить сами, ведь сам ассортимент магазина огромен. Детские коляски, игрушки, одежда, развивающие игры и все по доступным ценам. Уголок для творчества и детская игровая площадка здесь тоже есть. Словом, «Яркимай» позаботился обо всем, чтобы шопинг был не только комфортным, но и интересным. 6 планшетов и 1 ноутбук – весьма весомые подарки прямо к началу учебного года. К слову, детский магазин «Яркимай» проводит подобные мероприятия для маленьких горожан каждый месяц. Амина Смакова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Более 1000 студентов-медиков собрались у здания Карагандинского государственного медицинского университета и показали мастер-класс по физкультуре. Массовую зарядку провели в рамках фестиваля здоровья. Простые, но такие полезные упражнения по утрам – залог здоровья, уверены студенты медуниверситета. Потому десятки будущих медиков вышли на зарядку, таким образом внеся свою лепту в ежегодный фестиваль здоровья. Сегодня студенты Карагандинского государственного медицинского университета принимают участие в фестивале здоровья. Это крупномасштабная акция, которая проводится по всей республике. Нагмет Ахмеджанов – студент первого курса. Парень твердо уверен, медицина и спорт – вещи неразделимые, потому с радостью поддержал акцию. И мы, как медики медицинского государственного университета Караганда, мы должны принимать непосредственное участие в этом мероприятии, так как дальнейшая наша профессия будет основана на том, чтобы спасать людей. Представители здорового образа жизни, мы должны сами вести этот здоровый образ жизни, и мы должны его, понимаете, пропагандировать. Если мы покажем всем, как мы хорошо относимся к образу жизни нашему, так все и пойдет. Массовая зарядка собрала более 1000 студентов. Организаторы мероприятия считают, что такими акциями они пропагандируют здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек. Совершенно мы их не готовили. Мы сделали, вы обратили внимание, мы на дистанции где-то 20 метров, 20-30 метров поставили преподавателей. Преподаватели показывают, я им объясняю, показывают, и потом вместе с преподавателями они выполняют под мою общую команду. До книги рекордов еще далеко, но в рамках города это самая масштабная разминка на фестивале здоровья. Наравне со студентами выполняли незамысловатые движения и преподаватели во главе с проректором медицинского университета. Амина Смакова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Уже завтра в Караганде стартует ярмарка вакансий для неплательщиков алиментов. Биржа труда поможет должникам обрести работу и покинуть список нерадивых папаш. К слову, ярмарка вакансий уже вторая в этом году. В прошлый раз судоисполнителям и прокурорам удалось трудоустроить 25 алиментщиков, еще 5 отправили на обучение. Эта ярмарка будет у нас проходить с 10 по 15 сентября текущего года. Каждый день в эти дни у нас должники могут с удостоверением личности подойти с 9 до 6 часов. Если вам нравится по данной вакансии, вы можете трудоустроиться и, соответственно, обратиться в дальнейшем к судебному исполнителю. Ярмарка у нас будет проходить по адресу Ермекова, 73. По данному адресу расположен территориальный отдел района имени Казбек-Би. На 5 этаже, вход с торца. Школу мужского здоровья провели в Караганде специалисты научного центра урологии имени Джарбурсынова. Главной целью подобной акции стало выявление уроандрологических патологий у мужчин на разных возрастных стадиях и выявление сопутствующих заболеваний. Врачи всерьез опасаются, как бы сильный пол не оказался в положении самого слабого существа на Земле. По статистике, продолжительность жизни у мужчин на 10% ниже, чем у женщин. А к 75-летнему возрасту смертность от раковых заболеваний у них в 2 раза выше, чем среди женщин. В Казахстане мужское население занимает 1 место по распространению сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с европейскими странами. Это связано с социально-экономической ситуацией и с несвоевременным выявлением факторов риска. В рамках проекта «Дни мужского здоровья» был обследован 4021 представитель сильного пола в 16 городах Казахстана. Уроандрологические патологии были выявлены у 83% мужчин и у мальчиков. Это и гипертония, и сахарный диабет, и нарушение эректильной функции. Список можно продолжить. До сих пор в Казахстане нет целенаправленной политики по сохранению репродуктивного здоровья мужчин. Традиционно этому мало уделялось внимания. Ситуация изменилась. И поголовно мужчины по 40 лет должны проходить. Вы же устраиваетесь на работу с женщиной, гинеколога проходите, пока гинеколога не прошли, никто вас на работу не берет. Точно такое же надо сделать в Казахстане с мужчиной. Поэтому вы 12 лет больше нас живете.
Уже не в шутку медики предлагают всерьез заняться здоровьем мужчин. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Alugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Alugal. Alugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Alugal — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы Alugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Alugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите новости Первокарагандинского и будьте в курсе всех событий. Всего доброго, до свидания.